Всем привет, дорогие зрители! Вы находитесь на канале Криптосфера, и мы с вами начинаем обзор нового проекта под названием Polkadex. Это будет ветка, точнее, это будет большая ветка видосов по данному проекту, так как проект масштабный, в него инвестировали миллионы долларов, и эта биржа, в биржах всегда очень-очень много информации, так как имеются всякие документы и предыстории создания данного проекта. У нас очень много статей будет. Я нашел как минимум две статьи, которые связаны с бонусами для посетителей их биржи, для которые будут регистрироваться. И также просто информация о их приложении и о самом таргетинге. Но первый видос будет у нас о главной странице. Я его разделил, главная страница поделена на некоторые блоки, и мы будем с них переходить. Я буду вам рассказывать более подробно. Переходим на главную страницу. И вот, ребята, мы с вами перешли на главную страницу данного проекта под названием Polkadex. Для вас я перевел на русский язык, чтобы вам было легче, и мне тоже было легче рассказывать про данный проект. Также забыл сказать, что этот проект связан с Web3 и DeFi технологиями, блокчейн, и также построены на Substrate, это тоже одна из технологий таргетинга. У них есть бета-версия их полной биржи, там где можно торговать, но там только наброски, пока есть там все заблокировано. И основной сеть, я так понимаю, это добавили, и точнее добавят в скором времени. Вот здесь я нашел статью, про которую будут рассказывать, как какие бонусы вы можете получать. И там вы будете получать около 2 токенов DOT при регистрации, плюс еще какой-то. Это мы будем с вами все разбирать в данной статье, которая будет в следующем видеоролике или уже в следующем видеоролике. Потому что у них еще есть документы, это white paper, и там безумно много информации, которую я хотел бы вам рассказать. Также поддерживаемые цепочки, которые у нас имеются, это Polkadex, это именно сама их сеть, Ethereum и, конечно же, Polygon. Переведено в горшок, но это ничего не значит, это Polygon сеть. Вот так примерно будет выглядеть и уже выглядит их таргетинг. Но мы с вами переходим к их особенностям. И здесь мы можем увидеть небольшие особенности их технологии, которая будет на рынке. Здесь можно увидеть, что зарегистрировать несколько горячих кошельков. Это все вы можете делать через браузерные кошельки, которые будут встроены. И вы можете подключать любые кошельки и потом дальше торговать с помощью ботов с разных сетей. Ну, не с разных сетей, а с сетей, которые поддерживаются токеном Polkadot, точнее DOT. Дальше вы можете делегировать свои активы третьим лицам. Это имеется в виду торговля через третьи лица, это боты, и сохранять контроль над вашими же криптоактивами. Вы можете все проверять и с помощью книгу заказов, то есть ваших активов. И, конечно же, здесь написано, это неправда, что Polkadex Workbook это не связано с хранением биржи уровня 2. На самом деле биржа полностью поддерживает хранение, и вы можете хранить свои активы на данной бирже, переводить и сохранять ваши активы. Также можно здесь увидеть, что у них очень маленькие комиссии на сети, потому что это их сеть, и комиссии, я думаю, даже в 2 раза меньше, чем на той же самой TRC20. Здесь также я введу в эту тему их партнеров, и мы с вами закончим этот видеоролик, потому что очень объемная главная страница, и там еще больше информации, потому что я буду вам рассказывать про функции и так далее, и команда, обязательно буду вам рассказывать про нее более подробнее. Здесь можем видеть самых крупных партнеров, которые имеются в данном проекте Polkadex. Это KuCoin, одна из очень бирж, которая хайпанула недавно, тоже очень знаменитых. CoinGecko, это у нас инфографика токенов. Здесь можно посмотреть так же самое, как и CoinMarketCap. Gate.io, это биржа, в которой выходят самые новые токены. И чаще всего, когда новые токены выходят, то Gate.io с ними сразу сотрудничает. Но так как токен DOT у нас уже есть в наличии, и не у нас, а у данного проекта, то
обязательно будет сотрудничать с данной биржей. Market Square — это все биржи, и Kilt, я так понимаю, это какая-то технология DeFi, как и Fractal. На этом, я думаю, будем с вами заканчивать. Также оставлю ссылочки в описании на их кое-какие соцсети. На сети я не буду оставлять ссылочки, потому что будем мы с вами их обозревать в следующих видеороликах, и там я обязательно оставлю ссылочки. А всем спасибо за просмотр, ребят. Всем пока.